Всем привет! Наконец-то видео с разбором косметики и в вот этом вот прекрасном комоде на самой последней полочке у меня находится косметика. Вот оно, все нерассортированное богатство. И сегодня мы будем не только избавляться от той косметики, которой я не пользуюсь, но и будем красивенько это все раскладывать. Для организации такого количества косметики мне понадобится, конечно же, разделители. Я уже предварительно подготовила парочку из них. Мы вчера их купили обычно в строительном магазине. Это вот такой вот поддон с несколькими отсеками. Для кисточек и карандашиков я взяла вот таких вот два серых стакана. И я думаю, для палеток и всяких тональных основ подойдет вот такой вот ящичек. Обычный пластиковый и даже с крышкой. И из стареньких у меня остались вот таких вот два акриловых разделителя для косметики. Вот этот я покупала в Юске, а вот этот в English Home. Сегодня я настроена избавиться от половины всего этого, потому что я реально не успеваю этим пользоваться, оно просто пропадает. Давайте вне кадра я соберу все свои кисточки, вот таких вот два стакана, надеюсь, они поместятся, и расскажу вам о самых именно своих любимых. Нужные кисточки я поместила вот эти вот стаканчики, в первой более крупные, некоторые из них нужно помыть, но мне скоро придет по почте спрей для очистки кистей, и во втором стаканчике более мелкие кисточки для макияжа глаз. Из крупных мне очень понравились вот такие вот кисти, помните, я их даже дарила в каком-то из конкурсов на распаковках, очень удобные. Вот такие вот мега пушистые, отличные, хорошо набитые, мягусенькие, очень хороший набор все-таки из них получился. Из маленьких отличные вот такие вот, это BH Cosmetics кисти. Или вот эти с AliExpress, радужные для детальной растушевки. И с AliExpress мне понравился вот такой вот наборчик кистей. Он был в этом футляре, вот их часть их осталась. И моя любимая с набора, вот такая вот маленькая, скошенная, прям очень тоненькая, аккуратненькая. От каких кистей я сегодня избавлюсь? Вот это вот от BH Cosmetics, которую я испортила какой-то там клеевой маской. Спонж силиконовый, который я так и не поняла с AliExpress. Это обычная кисть художественная, я ее тоже чем-то испортила. Кисть спонж, извините, что она грязная, в виде микрофона, использовала один раз и то во время съемки обзора. Это шла у меня с какой-то палеткой, тоже ей не пользуюсь. И вот такая вот кисточка для контура, она красивая, она мега мягкая, но, к сожалению, я ею пользовалась ровно два раза. Теперь предлагаю сразу же отобрать палетки теней, буду их размещать в вот такой вот контейнер. Что же у меня остается в коллекции? Это довольно новая палетка с AliExpress, здесь практически все матовые оттенки, и большинство из них довольно носибельные, они мне нравятся. Не совсем идеально отдают пигмент, но, в общем-то, для ежедневного макияжа это и не нужно. Еще одна моя любимая, с которой, мне кажется, я не расстанусь никогда, особенно обожаю ее в поездках, это палетка от BH Cosmetics. Их очень старая линейка BH Malibu, показывала я 150 раз, но я ее прям очень обожаю. Некоторые тени затерты до дыр. Как видите, я очень активно пользуюсь румянами, яркие оттенки еще как новые, но она мне придает прям очень такого морского настроения, определенно ее оставлю. Еще одна очень давняя моя любимица, затертая прям до дыр, это NYX Wicked Dreams. Посмотрите, насколько я ее люблю. Раз, два, три, четыре и почти пять оттенков затертые до дна. Обожаю ее. Здесь очень стандартный набор оттенков. Я знаю, что некоторым из вас даже она понравилась. Оставлю, потому что очень сильно люблю. Еще одна палетка от BH Cosmetics остается у меня в коллекции. Это их линейка 60-е. Мой самый яркий набор теней. Очень о ней мечтала. Одно время мне прям очень хотелось, как вы говорите, немножечко таких клоунских оттенков. Но честно, я довольна всем. И качеством, и пигментацией. Это как своеобразная поле для творчества. Посмотрите, какая красота. Палетка, которая не всем понравилась, она с AliExpress. Вот такие вот
теплые тона. Здесь у нас аналог знаменитой палетки, я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. Не знаю, почему вам она не понравилась. Мне очень даже устраивает ее пигментация. Вообще качество теней, они такие очень мягкие, бархатистые, хорошо набираются, не сильно сыпятся. Для растушевки вот эти вот оттенки просто незаменимы. Определенно остается в моей коллекции. Еще одна недопонимашка от Elf, это их палетка с матовыми оттенками. Одно время это прям была моя фаворитка, я очень любила, пользовалась каждый день, но кто-то мне из вас написал, что все оттенки отдают в красноту, и я это начала активно замечать, и на время ее отложила. Но вот сейчас смотрю ее и думаю, что все-таки к ней придется вернуться, уж очень мне нравится этот набор. Этой палеткой я пользуюсь каждый день, это реплика The Balm, на AliExpress заказывала очень давно, но совсем недавно ее распробовала. Она, конечно же, очень затертая, потому что картонный у нее корпус. Посмотрите на этот оттенок, затерла. Каждый день его тру, как видите. Использую для прорисовки межресничной зоны и вывода в стрелку. Больше никакими оттенками, как видите, я здесь не пользуюсь. Не знаю, или оставлю вот эту палетку. Это BH Cosmetics Enhancing Eyes. Помните, эта линейка, цвета подбирались под определенный оттенок глаз. У меня, конечно же, для зеленых. Затерла все-таки здесь один оттенок. Люблю вот этот, не понимаю вот этих три. Очень для меня ярко. Пусть остается у меня, так мне будет спокойно. Еще одна палетка под вопросом. Вот такая вот от Essence уже. Называется она My Must Haves. Ее нужно было слаживать самому. То есть можно докупать эти все оттенки и вставлять вот сюда вот в отверстие. У меня, как видите, попались все шиммеры. Я их, честно скажу, не использую. Все-таки я, наверное, ее кому-нибудь подарю. Здесь хорош хайлайт, но у меня есть много аналогов. Что касается вот такой вот малютки от Essence All About Nude. Ну, не могу ее выбросить, потому что безмерно нравится подбор цветов. Вот это мой прям самый любимый, самый мягкий розовый, который у меня был в жизни. Идеальная, красивая хайлайт. Ну, посмотрите на это. Ну, как можно ее выбросить? Конечно же, остается у меня. А выброшу я, скорее всего, вот такой вот набор хайлайтеров с AliExpress. Это реплика знаменитого Mary Luminizer и остальных двух сестричек. Пользовалась ровно 2-3 раза. Неплохой продукт, но не идеальный, потому что меловой оттенок. И у меня недавно появился вот такой вот малютка оригинал, который значительно пигментированнее и красивее. Осталось нам решить судьбу вот таких вот трех малюток. Это мне подарили на Новый год Элизабет Арден. Посмотрите, что я с ними сделала. Неудачно тыцнула в них пальцами, они разлезлись. Честно говоря, мне не очень импонируют вот такие вот прям сияющие слишком оттенки. Поэтому все-таки придется ее выбросить. Вот такая вот я неуклюжая. Вот эта вот палетка от Estée Lauder длительное время была моим фаворитом, особенно в путешествиях. Ну, от нее отпал один цвет. Вот этот, видите, я уже затерла. Остался трюфельный матовый. Ну, у меня есть много его аналогов. И вот такой вот розовый. Ну, прям не знаю. Все-таки, я думаю, придется выбросить. Четверочка теней от Essence. Одно время прям была моим фаворитом. Любила ее безмерно. Но для меня сейчас не совсем понятны вот такие вот яркие цвета. Я сейчас более скромно крашусь. Но все-таки ее оставлю как память. Потому что качество очень идеальное. Теперь давайте, наверное, пробежимся по вот этим вот однушкам. Одно время мне прислали их на обзор. Я все-таки отберу те оттенки, которые у меня повторяются. Ну, например, вот видите, три одинаковых. Ну, приблизительно, да? Даже вот четыре. Вот. Я оставлю какой-нибудь один из них. Хотя они выглядят очень дешево, но пигментация у них просто шикарная. Посмотрите. Как вам, да? Вот тоже у меня дубликатики, один идет у меня в мусорник. Два фиолетовых, два зеленых, оставлю более яркий, может для Хэллоуин макияжа подойдет. Итого у меня осталось 7 штук, да? Смотрите, как они идеально вот сюда вот вместились столбиком друг за дружкой, прям очень удобно. Вот эти вот две малышки от Essence я, пожалуй, оставлю. Это тени матовые для обрисовки формы глаза. Правильные оттенки, но довольно слабая пигментация. Для контура, я думаю, так и нужно. И это у нас уже консилеры. Плотные, хорошие, все-таки оставлю. Два очень классных хайлайтера от Color Salon с AliExpress. Один золотой, второй лиловый. Этот мой самый любимый, я им всегда пользуюсь. Вот такой вот он
сияние дает, не знаю, как вам будет видно, нет. Очень любимая вещь, этим пользуюсь реже, но все-таки оставлю. Еще тени от Essence. На вот этих раньше было написано I Love Nude. Оттенок номер 01, матовые светлые тени. Честно, очень универсальная вещь. Например, если вы переборщили с цветом, чтобы его разбавить, конечно же, оставляю. И вторая двушка от Essence 3D Eyeshadow. Мои новогодние тени, как их называю, очень сияющие. Посмотрите на это, да? Ну, просто рука не поднимется выбросить такую красоту. Оставляю. Вот такая вот двушка консилеров Match to Cover от Essence пойдет в мусорник, потому что они затерты, как видите, до дна уже там достало, и мне кажется, там уже подошли срок годности. Следом за ними пойдет и вот эта вот пудра от Rimmel Stay Matte. У нее вышел срок годности, у меня оттенок номер 006. Хорошая бюджетная пудра, кому прям надо экстра матирование, могу советовать. Итак, что я точно хотела бы, наверное, выбросить, это вот эту палетку, которой я пользовалась ровно два раза, она с AliExpress. Здесь вроде бы и неплохие оттенки, но в основном они шиммеры, не совсем практичные. Коричневые для оформления бровей, они слегка суховатые. В общем-то, у меня есть более качественные их аналоги. Все-таки, как быть честно скажу, не прискорбно и больно было бы, мне придется с ней расстаться. Следом за ней в мусорник пойдет и вот эта вот палетка теней с AliExpress. Опять же, брала ее чисто для обзора, посмотреть, что и как. Мне она очень внешне понравилась, но я ею пользовалась ровно один раз. Здесь опять же какие-то непонятные шиммеры, она не очень приятно пахнет, какой-то бабушкиной отдушкой, и глядя правде в глаза, я точно к ней больше не вернусь. Также сегодня, думаю, стоит попрощаться с вот такой вот палеткой консилеров. Но, возможно, вы помните видео о контурировании. Я ее использовала и очень даже мне на то время понравилось. Сейчас мне она кажется очень жирной какой-то. Не хочу к ней возвращаться. И вообще я не совсем такой прям фанатик контура. Придется мне выбросить и вот эту вот палетку теней, которую я довольно недавно тестировала. Если помните, это вот такие вот мягкие тени, кремовые, которые продавливаются пальцем. Они почти все шиммерные. На удивление, очень даже стойкие, но я не уверена, что я хочу краситься в такие вот оттенки каждый день. Поэтому, к сожалению, прям скрипя душой, прощаюсь с этой палеточкой, извини, дорогая. Посмотрите, насколько интенсивно редеют ряды, это не может не радовать. И давайте перейдем к тональникам быстренько. Определенно избавлюсь от вот этого, потому что он и закончился, но он мне понравился. Кстати, это BB крем с AliExpress заказывала. Очень хороший, выравнивающий, такой увлажняющий тон. Все-таки придется отпустить и вот этот вот тональник Makeup Professional, заказывала на AliExpress. Тон слишком светлый и азиатский. Не хочу заморачиваться с ними, скорее всего, уже срок годности у него тоже вышел. Essence Stay All Day. Мне нравится его стойкость, качество, но цвет очень сильно окисляется, становится рыжим и практически оранжевым. У меня мама более темного оттенка, возможно, ей, кстати, подойдет. Тон Instant Matte от Essence не подходит для моей кожи, слишком сушит, но я думаю, может, маме подойдет. Он, по-моему, слишком светлый. В общем, пусть сама разбирается. Оставляю у себя Match Perfection от Rimmel. Раньше был моим фаворитом. Осталось его, как видите, немного, но я все-таки попытаюсь добить. BB-крем от Elf тоже остается, хотя он у меня и темноват, но мне кажется, на лето будет самое оно. Здесь и защита SPF 20. BB-крем от Rimmel пойдет в мусорник, потому что уже, собственно, закончился. Мне он понравился, тоже слегка желтит. Возьму, наверное, в следующий раз другой оттенок, подойдет только для сухой кожи. Выбрасываю тон от 17, слишком светлый, слишком сухой, подчеркивает все шелушинки, не подошел мне. Следом за ним пойдет вот такой вот двухсторонний стик, это типа тени, которые китайцы придумали, чтобы долго не заморачиваться. Плохая пигментация и шиммер. Короче, не пользуюсь. Придется мне выбросить и вот такие вот румяна, тоже с AliExpress. Вроде бы цвет неплохой, приятный такой розовый, интересная концепция с пуховкой, но они прям очень такие какие-то меловые, как видите, вот, это пыль. Мало очень пигмента, прям мел практически. Фиолетовый праймер я оставляю, так же как и Luminous CC крем, они мне подходят. Так, переходим к продуктам для губ. Я их немножечко сюда ближе пододвину, наверное, да?
Здесь еще затерялся мой хайлайтер и одни румяна. Хайлайтер от Essence, радужный. Конечно же, оставлю, хотя не пользуюсь, но мне нравится, как он выглядит внешне. Не знаю, чисто такое женское объяснение происходящему. И оставляю вот такие вот румяна розовые с AliExpress тоже. Мне нравится их цвет. Очень приятненькие, нежные и тяжело переборщить. Теперь, что я точно выброшу? Это вот эту вот помаду, которой 150 миллионов лет. Пользовалась 2 раза, стоит 5 копеек. В каких-то бюджетных покупках показывала. Вот эту вот помаду с цветком выброшу, потому что хоть она и оттеночная, но мне очень не нравится ее привкус, какой-то химозный, мне честно страшно, учитывая, что она с Китая. Красная помада в красивом футляре, красивый цвет, но очень нестойкая, тоже пойдет в мусорник, не понимаю таких продуктов. То же самое могу сказать и о вот этой помаде, которая тоже с AliExpress и отпечатывается мне на зубы. Выбрасываю блеск от Essence, которого, скорее всего, закончился срок годности. Карандашики для губ. Это вот такой вот был набор с AliExpress. Прям очень его люблю. Все классные цвета. Я тут вам пыталась изобразить, показать качество. Я знаю, что многим они из вас понравились. Действительно стоящий классный набор. И вот 3 карандашика у меня еще от Essence есть для губ. Тоже довольно приятненькие такие вот цвета. Я их оставлю, потому что, ну, дико люблю. Базу под тени I Love Stage. Очень раньше любила, сейчас вышел срок годности, и она мне не очень устраивает по цвету, уже очень он какой-то грязно-рыжий. Сейчас я пользуюсь Color Tattoo мусорник. Карандаш от Yves Rocher, вот такой вот бирюзовый. Я одно время очень от него фанатела. Ну, посмотрите на этот цвет. Вот, ну вот как можно его выбросить, да? Не-не, я его оставлю. Это все мои черные карандаши. Они уже очень старые. Посмотрите, какие они маленькие, коротенькие. Оставлю, пожалуй, вот этот вот черный. Он жирный. Я думаю, для Smoky Eyes его попробовать. Вот эти в мусорник войдут. Я не знаю, для чего я храню засохшие подводки в мусорник. Обе, и коричневая, и черная, это, кстати, с AliExpress. У меня же есть вот такие вот новенькие их аналоги. Вот эти вот карандашки, которые я недавно показывала в обзоре косметики с AliExpress, это был набор. Очень его люблю, все оттенки оставлю, но прям очень кремовые, приятные и немаловажно стойкие и ничем противным не пахнут. Все у меня остаются. Что касается вот этих вот помад в колбочках, я, пожалуй, избавлюсь от вот таких вот 2 оттенков. Первый вот такой вот слишком яркий для меня, ну хотя я вот покуда использовала. И второй это аналог вот этого, зачем мне 2 одинаковых. В целом стойкие хорошие, но сушат губы. Знаменитый тинт с AliExpress. Это типа блеск, который пленкой снимается и остается только цвет, да, тинтующий. Не пользуюсь. Один раз использовала, больше не хочу, потому что бесит запахи. Еще помады с AliExpress. Аналоги NYX, наверное, я выброшу. Что-то не прониклась я цветами. Здесь мы оставляем, наверное, вот этот вот фиолетовый классненький цвет. Ну, он прям очень необычный. Вот, вот такой вот, это слива такая, да? Не знаю, почему мне хочется его оставить. Этот нюд слишком, слишком светлый. Не знаю, куда уже рисовать. Я прям в нем мертвецки белая выбрасываю. Подделка Кайли. Ну, не знаю, у меня есть такие, наверное, цвета. Красный The Balm, оригинальный, конечно же, оставляю. Очень старая помада от Essence, яркая, такая розовая. Не знаю, где уже рисовать, вот здесь. Вот она еще и много, но выброшу, потому что долгое время не использовала, скорее всего, она испортилась. Тени хайлайдер от Bourjois все-таки оставлю. Не могу расстаться с этим идеальным цветом. Нюд от Maybelline. Оттенок 725. Когда-то был хитом продаж. Сейчас, ну, не уверена, что мне хочется прям такие мертвецкие губы. Все-таки, наверное, выброшу. Вот такой вот консилер, который мне попался в помаде 17. Наверное, выброшу. Ни разу не использовала. Остается у меня вот такая вот розовая матовая помада. Оставлю. Вот это вот 17. Почему-то мне нравится цвет. Набор контурирующих карандашиков, где я рассказывала о цветокоррекции. Оставлю, наверное, только зеленый. Он у меня от красноты идет. И, наверное, какой-нибудь персик, чтобы зарисовать синяки под глазами. Все остальное выброшу, вряд ли буду использовать. 2 миниатюрки оригинала The Balm. Здесь у нас, кажется, тени, ну или хайлайт, можно так называть. Очень красивый сияющий золотой оттенок. Не знаю, вот он вам видно, нет? И это очень классные
румяна Balm Spring. Видите, тоже затертые, такие грязненькие. Я их оставляю, конечно же, люблю. Ремувер матовых помад оставляю определенно. Тени от L'Oréal не в очень удачном оттенке, но, пожалуй, оставлю, мне они нужны для будущих экспериментов. Cushion от Number One Face. Очень светлый, мне не подходит по цвету, в камере слишком бликует, поэтому, скорее всего, придется его отдать, хотя качество очень крутое. Вот эти вот две кисточки для румян я оставляю, обе с AliExpress, кстати, вот это вот вообще дорожнее, классное. Быстренько покажу то, чем я пользуюсь каждый день. Это CC крем от Bourjois, классный, тушь Vivienne Sabo, не люблю, но нет ничего лучше пока. Две кисточки, которыми я пользуюсь. Пару гелей для бровей тестирую. Тушь The Balm я, скорее всего, отдам маме. Она еще хорошая, все, но мне не нравится кисточка. Консилер Essence придется выбросить, потому что вышел срок годности. Это подводка. Моя любимая Maybelline Color Tattoo. Эльф кремовые румяна, конечно же, оставляем. Это для моего ежедневного макияжа. Бронзер Bagama Mama. Классный, суперский. Оставляю. Люблю. Карандашик для губ с набора, я им пользуюсь. Вот эти вот тени можно отложить, слишком темные для меня. Ну, здесь капли, ватные палочки, в общем-то, и все.